Я буду снимать Барс. Барс. Барс, расскажите, пожалуйста. Посмотрите в камеру. Я здесь. Барс. Глухо повел, но не смотрит. Барс, расскажите, пожалуйста, а что мы готовим? Угу, угу. А, да? Угу. Я поняла. Ксюх, а ну расскажи, что тут происходит. Скажи, Ксюша, я не в курсе, я не знаю. Вот, блин, никто не знает. Мы, добрый вечер, мы из Украины. Рыбу режем, она у нас еще подмороженная такая. Будем делать роллы. И какие-то маленькие. Да, Барс? Вот. Что-то Барсик недовольный сидит. Мне кажется, он спать хочет. Ты спать хочешь? Котик. Погода пасмурная. Ну расскажи, что тут происходит. Вот что я не умею, так это резать рыбу. Ну, кстати, нож ты вроде бы правильно взяла, да, Софья? Нож правильный, а вот... Софья, что тут происходит? А ну, раз... а, ну давай, нюхни. Не поняла, да, пока еще? Не знаешь? Ну, расскажи, пожалуйста. Я поняла. В общем, никто не понимает, что тут происходит, но один Барс. Если бы вы понимали. Что это такое, но мы не знаем, что это такое. Делаем уксус правильный. Вот. Рис у нас готов. Мультиварка нас зовет рис. Мы открываем аккуратненько, смотрим, какой прекрасный рис. Да. То, что нужно. Без, не жидкий. Короче, вот этот уксус, который мы делаем, соль, сахар, уксус, вода. Делаем, чтобы было кислее, чем нам нравится, сольнее и слаже. Ну, в общем, не тот, который, да, специальный. Такой вкуснее будет. Нет, специальный тоже вкусный. Я не говорю, что не вкусный. Ну, я тоже делала... Вернее, я делала не с обычного, а с яблочного. Тоже добавляла сахарка туда, и соли, по-моему. Просто соль, уксус, вода и сахар у всех тоже всегда найдется. Я этот согласна. А этот еще купи, еще 10 злотых заплати. Да, да, да. А так ты... Давай. Софи, что вы нам рассказываете? Что вы нам рассказываете, Софья? Ничего, да? Вот это самое тяжелое. Угу. Он же ж горячий еще. Может, надо остудить, по-моему, да, сначала? Ну, мы его сейчас заправим, дадим ему постоянно питаться. Угу. Вот в мультиварке мне больше всего нравится. Ну, она как специальные те машинки. Я да. Вообще не знаю, когда говорят, ой, мультиварка, зачем она нужна? Я ее купила. Ну, надо еще знать, сколько водички наливать, понимаешь? Потому что когда... На стакан риса, стакан воды. Да, один к одному. Один к одному. И ты не подсаливала его? Нет, его не ты надо потом уже... ничего, ну, да. Ни масла добавлять. Вот вода и рис, все. Ну да, я представляю, если бы японцы узнали, что мы туда масло добавляем. Мне кажется, и так мы много чего делаем. От того, чего не нужно, да. Шоки могут. Ну, извините, японцы, мы не японцы, поэтому... И пока он горячий, нам надо его вот так вот... Да-да-да, чуть-чуть, как аккуратненько. Сперва чуть-чуть, потом мы помешаем, чтобы мы его чересчур не перенасытили. Да, я поняла, не все выливать, потому что, чтобы он жидкий. Но рис, в принципе, он питает хорошо в себя жидкость. Питает, да, но он может чересчур быть такой. Нам надо, чтобы он не потерял свою клейковину, но при этом... насытился вкусом. Да, чтобы он был вкусненький. Так вот, перемешиваем. А покажу сейчас, какой... Да, вкусненько пахнет. А вот какой есть специальный. Оля мне показала. Ну, я попробую. Это просто уксус. Рисовый уксус. А да. Есть еще написано, как заправка для риса. А-а-а. Ну, можно и тот использовать, без разницы. Написано, что ideal for salads, типа для салатов подходит, и маринации этих овощей. А dips, я не знаю, что такое dips. А тот, который именно для риса, но он прям так и написано, что для риса, можно и этот и тот использовать. Он такой немножко желтоватый. А, точно, я вспомнила, да. Он немножко желтым оттенком. Ну, разницы нет. Вот сколько я смотрела видео и сама пробовала. Вообще нет разницы между тем и этим. А, да, мы ж не прям гурманы, да, которые... Ну, наверное, если кто реально понимает в этом... Да, скажет, боже, что вы сделали.
на меня я не вижу никакой разницы. Как раз у Оли ушел стаканчик на сколько? На полстакана, я уже не помню. Полтора стакана риса у нас было. И получается стаканчик неполный ушел. Стакан получился этого, ну, заправки. Угу. И мы его оставляем, охлаждаем, он питается. И потом будем крутить это все дело, да? Угу. Ну, добже. Накрутим. Добже, добже. В общем, ситуация следующая. Начали мы этот коврик обматывать же с этим пищевой пленкой. Ну, а ее, оказывается, нет. Она закончилась, прям там чуть-чуть вот так вот оставалась. И приходится вот выдумывать что-то. Соседи тоже нет. Позвонили соседке, соседка говорит, да вы что? Откуда у меня? Не, она говорит, у меня есть это. Фольга? Полина! Да, не... Это... А это я разве она? Вижу, да. А это не эти, не рукав для курочки? Нет, это фолия. Чего? Она называется, у них тоже в Польше фолия. О-о-о, а что ж мы не посмотрели, а? Я ж помню, а уже так все хорошо начиналось. Ну да, да, я хотела так заклеить и так крутить на этой. Ну можно даже и так попробовать. Мы можем попробовать, потому что вдруг поменять надо будет. Попробуем. Попробуем, да. Сейчас мне аж интересно. Берем лист, он с одной стороны гладкий, с другой шершавый. На шершавую сторону мы крадем, кладем кис. Угу. Руки смачиваю. Угу. Просто водичка, да? Да, просто водичка. Беру рисочек, начинаю выкладывать. Так. Угу. То есть мы глянцевой стороной норик себе, да? Нет, наоборот. Глянцевой вниз. Вниз. Угу. А к себе, которая шершавенькая. Шершавенькая. Все. Я просто уточняю. Рис такой липенький. Ну, отлично, нам такой. Я всегда это уточняю. Я когда первый раз сделала, 300 раз смотрела, не могла запомнить. Думаю, наверное, на гладкую рис. Не, не на гладкую. На шершавую. А запомнила так, что рис должен щепиться с листом. Ну, кстати, да, ему ж легче, когда он шершавенький. Да. Софья, ты куда? Еще у меня такая проблема. Я еще не научилась делать так, чтобы у меня полностью, ну, ровненько было. Я иногда отрезаю кусочек. Ну, когда я делаю для нас любимых, да, угу. То не отрезаю. Мне нравится. Ну, да, мы же не в ресторане, как вот. Сушистые. И, а если делать полностью, то они сильно большие получаются. Я не люблю, когда... Да, большие в рот или это... Ролина. Ну, так вот рис остается. Угу. И слой как бы не сильно толстенький, вот можно посмотреть, где-то сантиметр, ну, наверное, вот два. Еще вот так вот водичка треп. Угу. Ну да, потому что мы же не будем один рис есть. Конечно. Тут главное рыбу. Мы больше рыбку хотим. И еще я постоянно... Угу. Не знаю, как они готовят, так что не вытирают, мне постоянно все мешают. Ну, а кто-то в перчатках готовит, я знаю. Можно это и переворачивать. Я переворачиваю, приловчилась так просто аккуратненько, хоп, и перевернула. Угу. Все. На, видите, гладкая такая глянцевая сторона. Теперь мы... Ой, что тут капнуло у нас? А, это ты как раз их шиворот на выворот делаешь, то, да. Как я не умею. Да. А я умею наоборот, чтобы нори сверху было. Все, поняла. Это у нас сыр. Ну, мы сделаем и так, сыр. И так. Сырочек такой. Сыра вместо Филадельфии, много не да. бывает. Вау. Поэтому я ложу так щедро. Чтобы он был сочный. Теперь кладем сюда огурчик. Угу. Ой, у меня сейчас слюнки потекут. Я уже так, хочу. Так, прекращайте. Уже все пустила. Авокадинку. Авокадинка вкусная будет, тахас. Ого, ты прям так добротно. Ну так это ж мы для себя делаем. Положим вот так лучок. Тут оставим, пусть торчит как раз на краюшках у нас будет. Симпатичные краюшки. А, это у нас, подожди, это у нас... Рыба сверху, да. Рыба сверху. Да, да, да. Ну, в принципе, все. В принципе, все. Да. Все положили. Чуть-чуть подтягиваем, вот так вот хлоп, и угу. Вот тут вот так хоп-хоп, угу. Чуть-чуть только подтягиваем. Угу.
И вот тут вот надо бы обрезать. Я поняла. Я а, ты до конца сделаю. Его не делал. Ну да, чтобы оно... Я это и сделаю по той причине, что он будет у нас... Угу. Слушай, ну ты так делаешь, оно со стороны несложно. Потому что, ну, в принципе, практически то же самое, когда нори внутрь. И в нори, нори наружу. Да, то же самое. Ну, сейчас я его еще так подтяну. Вот он у нас такой получается. Теперь мы выложим лососик. Как его только выложить, так красивенько. Наверное, вот так вот положим. Вкусняфочка. Так, теперь поменьше какой-то кусочек, чтобы тут и так закрыть. Угу. Сюда. Ну, кстати, удобно, да? Вот не пищевой пленкой. Кстати, ты знаешь, я поняла, смотря куда в ней. Что так нужно делать? Я, наверное, так и буду делать. Ну, сейчас посмотрим, сделаем. Ну, все, вот оно у нас готов. Супер. Ой, угу. Тут у нас авокадинка чуть-чуть так выехала. Ничего, мы ее поправим. Ну, мы ее тут обрежем, у нас этот кусочек будет вверх смотреть. Угу. Мы сейчас накрутим, а потом их порежем, чтобы они постояли и отдохнули, скажем так. Все, теперь следующий. Я все мечтаю, может быть, попробую когда-нибудь оригинальные в Японии или хотя бы в каком-то дорогом японском ресторане, где действительно японцы готовят. Мне кажется... с тунцом попробовать. Или с угрём. О, с угрём, боже. Я пробовала в Бельгии, там вообще на наши роллы украинские не похожи. Мы как небо и земля. Они так, чтобы ты понимала, даже вот этот соевый соус... Он не разбавленный. Может быть, разбавленный, но не настолько, как у нас в Украине. У нас какую-то водичку вообще продают. А тот, который я пробовала там, в Мехелине мы отдыхали с Катюхой. Катюха, если смотришь, тебе привет. В общем, но очень были вкусные. Я была поражена даже тем, что вот имбирь отличается, качество. То, что у нас в Украине, к сожалению... Хотя я и вкусные, хорошие роллы ела, не просто там краматорские, я же и в Киеве была, и в Харькове, но с тем, что вот за границей вообще не входит ни в какие сравнения. Ты, ну, знаешь, иногда в самом таком маленьком примитивном ресторанчике вкуснее, чем в какой-то сети, например, вот я ела в Киеве. Мафия, вообще мне не понравилось. Роллы ты там брала? Да. Мне у них пицца нравится. Вот вообще, ну как, не то, что прям невкусно, но... Ну не то, но не потому то. Что суши, роллы надо кушать именно в специальном отведенном, да, где хороший либо повар. Либо где есть сушист, который реально их умеет делать. Да, от сушиста и от ингредиентов, да, многое зависит, конечно. Ну да, еще зависит от хозяина, который есть купердяи, которые лишь бы много, но невкусно, а есть, которые наоборот. Действительно хотят, чтобы все было вкусненько, чтобы было... Ассортимент большой. Я вот помню, мы в Донецке с Ниной ели, боже, да. Горячие роллы, те, все. Это как раз в 2014-м, когда война была. Мы решили пойти душу отвезти. Успокоить себя. Да. Обалденно вкусно. Я даже не помню. А, что это я не помню? В Якитории мы ели. А, ну в Якитории, да. Да. Да, мы с Урзуфа приехали в Донецке, сидели. Угу. Не знали, что делать. И решили, пойдем мы лучше поедим суши, успокоим свою нервную систему. Ну так и на что делать, конечно. Потому что, в принципе, с таких вот мелочей состоит наша жизнь. А то мы постоянно крутимся, какие-то дела. Нет, мы сделаем не так. Не так? А мы как? Положим рыбу вовнутрь. И потом еще сверху? Нина так и говорила мне, да ложи его внутрь и сверху, нормально будет. Да нет, там уж вообще... Слишком жирно будет. Вот так мы сделаем. Угу. Класс. Еще добавим маленький кусочек. Так вот, к чему я вела? К тому, что вот такие моменты, когда там какую-то вкусность себе позволить, какой-то там поход в музейчик, я не знаю, в кино посмотреть. Нужно наслаждаться этой жизнью. Несмотря на все эти негативные моменты в виде войны,
Я если не можно буду так уже сказать. Обрезать нори. Не просто... будешь? Не, не буду. Мы его все равно накрываем, оно там сильно видно не будет. Мы делаем для себя. Я люблю, когда много нори. Я люблю тоже нори. Ну, просто вот я говорю, что можно просто их делать крупнее. Но я не люблю крупные, я люблю, чтобы в рот нормально удобно. Поэтому да, показываю, что я делаю дальше. Ага, смачиваешь ее, вот да. В маленький краешек смачиваю так водичкой. И дальше наворачиваешь. Дальше закручивать. И подтягиваю для того, чтобы они плотненькие были. Угу. Я думаю, нам мастерица. Визуально сильно не надо, чтобы идеально. Нам чтобы вкусненько было. Многие даже этого не заметят. Угу. Класс. Вот когда бы нам, мы так еще с тобой посидели, да? Мы не говорили. Ой, да. Мы сделаем его с авокадо. А-а-а. Вот что ты задумала. Наподобие зеленого дракона. Ничего себе. Слушай, ну ты опытный уже мастер. Ну так я уже какой раз кручу? 5-й, 10-й? Не знаю. Я тоже не знаю. Я как-то начала крутить. Первые у меня были вообще просто. Мне казалось, я вся вспотела. Ну, как-то так. Сейчас мы так и положим. Угу. И тоже формочку придать. Чуть-чуть сюда. Ну, все-таки сюда. Вот так вот. Оп. Угу. Сейчас так сделаем. Чмяк, чмяк, чмяк. Ну, класс. Оп. Ух ты, вот они даже такие рельефные стали. Красота. А тут еще подомнем чуть-чуть. Ой, я, наверное, пойду Боню впущу, что я забыла про него. Хотя да. Он не просится. Ну все, давай я быстренько сейчас буду крутить. Угу. Все, ляпота. Мы потом еще покажем, что в конце получилось. Да, разрежем. И вот что у нас получилось. Ну не у нас, у Оли. Не, ну что, ты же тоже. Поддерживала морально. Конечно. Компания не сбегала. Возбегались все коты на этот запах. Да, Барс? Скажите ваше мнение, чего еще не попробовали. Ну, в общем, ребят... Я надеюсь, не то что надеюсь, я уверена, что это будут самые вкусные роллы пока что в моей жизни. Потому что рыбу поедала. Да.